коллеги, давно известные коллеги приобретенные. Я думаю, что эти два дня у всех прошли в творческой, интересной атмосфере. Мы подошли к кульминации. То, собственно, ради чего мы здесь трудились с вами эти два дня. И прежде чем мы объявим победителя, мы хотели бы предоставить слово нашему жюри, которые скажут некоторые слова в отношении каждого из проектов, которые сегодня представлялся. Пожалуйста. Кто начнет? Елена Безна. Я хочу сказать о первом проекте, о Белдарском. Мне он очень понравился, потому что он простой и полезный. То есть, на мой взгляд, это две основные характеристики успешного интернет-проекта. Он должен решать конкретную задачу, не слишком сложно. Поэтому я считаю, что ребята молодцы, они и хорошо поработали. То есть проект продуманный, проект почти готовый, он уже работает, и у него есть куда расти. Соответственно, хотелось бы пожелать им удачи. Большое спасибо. Прошу высказываться других членов жюри. Пожалуйста. Так, Илья Усов. Так, мне выпало сказать про мониторинг зарплаты учителей. На мой взгляд, проблематика очень интересная, но, к сожалению, по нашим оценкам, не тянет на проект постоянно действующий. Это скорее такое журналистское расследование в определенной сфере, которое призвано показать разницу между официальной информацией совершенно в определенной отрасли и тем, что происходит на самом деле. Мы все прекрасно понимаем, что подобные проблемы в обществе очень характерны для практически каждой, для разных отраслей. Я думаю, что всю эту информацию нужно обработать, подытожить и постараться опубликовать на проекты, которые специализируются на прозрачности информации в обществе, таких как RASPIN или там Transparency International и так далее. На мой взгляд, это все, хотя проблемы любопытные. Спасибо большое, Илья. Александр Неудов. Я хотел сказать про проект «Манифест». Я был восхищен с самого начала. У него есть две сильные стороны. Во-первых, невероятная харизматичность самого вопроса, самой темы. А с другой стороны, потенциальная сила аудитории. Того аудиторного маху, который есть в родном времени, который могут посвятить его. По крайней мере, я не могу сказать, пока кто выйдет. Но в любом случае, надеюсь, в манифест все получится. Хорошо, спасибо большое, Александр. Евгений Потапов. Мне это даже психологический проект, но здесь было такие два, первый и последний, по духу. И мне очень нравится, когда они сами начинают создавать, когда люди начинают между собой взаимодействовать, и получается от этого, они происходит какой-то рассказ. Я думаю, что экологический проект, независимо от того, как бы они назывались, про мусор или про другое взаимодействие, должно начинаться, что у них должна быть простота на фронтоне, как симплистики здесь. Тогда в результате получается комплексити. Спасибо большое. Вот раскрыта тайна футболки, в которой пришел сегодня Евгений. Да, и Евгения Веба. На самом деле, мне бы просто хотелось сказать обо всех инициативах, обо всех проектах, что они действительно радостно демонстрируют, для нас всех радостно, возросшую гражданскую активность, которая сейчас действительно настолько впечатляет, что думается, что вот эти проекты, такие ростки, которые дадут еще силу многим другим интересным инициативам, и то, что вот TestCamp помог, в общем, эволюционировать ряду инициатив, это уже большой вклад в общее дело. Что всем больших успехов, не только победителю, который сейчас будет объявлен, я думаю, что все проекты в той или иной степени будут реализованы и будут полезны нашему труду. Спасибо большое, Евгения. Ты выбрала человека, который объявляет победителя? Да. Да, выбрала. Я рада, что это так. Итак,
До того, как мы объявим победителя, мы вручаем спасибо другим трем проектам и сохраняем, ну, хотя бы минимальную интригу до конца. Позвольте нам это сделать. Хорошо? Нет, Лена, вы будете из ваших рук получать это, хорошо? Итак, мы благодарим за участие. Проект «Заработная плата учителей меняется». Большое вам спасибо. Вы не победители, но вы победители, потому что вы оказались здесь. Мы очень надеемся, что проект будет развиваться. Мы и жюри благодарим за участие в проект «Экологический контроль». Победители на вот таких плакатах расписалось все жюри, она желает вам удачи, и все то, что там написано, это именно вам. И мы благодарим за участие в проект «Мамифест». Если можно сюда, пожалуйста, чтобы мы засняли. Ну вот, а теперь долгие продолжительные аплодисменты. Спасибо большое команде проекта. В части мы хотели подарить нашим коллегам из других стран вот такие вот. По маленькому подарочку от них. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Итак, спасибо. Мы очень рады знакомству. Я думаю, что проект все будет реализован. Наш проект все может, надеюсь, в скором будущем увидеть. Всех приглашаем вступить в ряды доноров и сделать полезное дело. Спасибо. У нас есть еще одна благодарность. Она родилась спонтанно. Правда, мы, собственно, не собирались ее вручать, но так получилось. У нас тут была такая негласная звезда нашего тест-кэмпа. Это самая юная участница Марьяна Спиридонова. Держите. Ну, вручается пока маме, а потом Марьяна пойдет. Ну и мы еще раз хотим напомнить, что те проекты, которые не выиграли, они все равно могут рассчитывать на консультационную поддержку теплицы социальных технологий и обращаться к нам за тем, что мы очень надеемся, что ваши проекты все равно будут реализованы. Вы найдете возможность привлечь ресурсы, а мы найдем возможность помочь вам консультационным сервисом и, возможно, привлечением каких-то специалистов. Так что спасибо еще раз, и, может быть, Алексей скажет мне в завершении. Перед этим, тем, как я что-то скажу, есть ли какие-то особые мнения? Есть ли какие-то, например, тот, за кого бы вы проголосовали, кроме того, просто того описания, которое вы сделали перед этим? Если нет, тогда я скажу пару слов. Собственно, 50% по последним исследованиям, вот по книге Яхая Бенклера 2011 года, собственно, 50% людей по статистике оказывают помощь другим людям. Они, то есть 50, половина нашего общества хочет помогать другим. Представьте, сколько людей, то есть каждый второй в данной аудитории, наверное, 90% помогает другим, или 99%, вот. Но представьте себе, как можно использовать эту цифру, да, для улучшения нашего общества российского, нашего общества мирового, вашего общества нижегородского, соответственно. В данном случае представьте себе, как может интернет изменить это. И, собственно, то, что мы пытаемся делать, мы пытаемся показать, какие есть инструменты, чтобы люди могли друг другу помогать. И я надеюсь, что тест-кэмп помог
начать, собственно, как этот процесс обучения и усиления вот этой вот возможности людей, этого, того начала в человеке, которое заставляет человека помогать другим, и, собственно, привела человечество, может быть, не к идеальному развитию, которое есть сейчас, но, по крайней мере, не самому плохому, которое могло бы быть. Большое спасибо всем, кто участвовал. Я надеюсь, это не потраченное время.